повні штани. Це хоч світло, воно хоч світить, розумієте? І це ближній, просто ближній. Я кайфую, дякую. Ну, не дарма. Ребят, всем привет! Вы находитесь на канале Вапила. Сегодня у нас Шкода Октавия 2011 года. Пробег у нее 350 тысяч. Здесь ранее был установлен заводской линзованный галоген, который, как вы уже поняли, почти не светил. Мы сюда установили вот такие билет-линзы А4. Их вы можете купить у нас на сайте. Посмотрите цены. Также можете подобрать себе что-нибудь другое. В разобранном виде фара имеет вот такой у нас вид. Линза крепится через перевыходную рамочку. Также, что я могу вам сказать еще. Фары у нас и на заводском полиуретане. Он довольно тяжело его распаковать. Вот мы одну фару уже сделали. И сейчас мы проверим на стене, замеряем, как оно все у нас будет светить. Вот такой у нас прекрасный свитер. Изначально линзованный заводской галоген выдавал нам порядка 500-800 люксов. Померяем, узнаем, сколько у нас сейчас будет. И вот, как вы видите, 4700. Назар, привет еще раз. Блин, даже светить, фонари светят, снег, другие машины, мое светло видно. Раньше такого не было. Это круто. Дядь Вася подивился на меня, який я был довольный. Ты что, я как выехал, мы с ним выехали на офис. Просто, это такой кайф для глаз. Ну, я думаю, ты поймешь меня. Поэтому 4700. Ну, это довольно-таки хороший результат, как вы сами понимаете, по сравнению с 500, 4700 это гораздо лучше. Не забывайте ставить пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. Никакого колхоза, только дерьмо.